Всем привет! Секонд-хенд влог в деле. Мы сейчас приехали на Кибальчича 11А. Это у нас находится баул почти на, ну как на трещину, ехать возле Ватутина. И сейчас я первый раз буду в этом секонд-хенде, посмотрю, что там за вещи. Сегодня минус 70. И он должен быть большой. Мы с Жанной, как обычно. Да. Идем, да, ходим на, парой. На инспекцию секонд-хенда. Покажу вам, как всегда, примерка в примерочных, какие вещи мне понравятся. Ну и что я куплю в итоге, в конце видео вы увидите. Так что не переключайтесь, смотрите до конца. Мы ехали от метро Левобережная на 46-м. Я первый раз вообще ехала этой дорогой. И здесь вот такое большое здание. Здесь торговый центр находится. Вон фуршет есть. Ну, сейчас будем искать. Честно, я первый раз, и я не знала, что здесь есть баул. Как бы Жанна увидела на сайте у них, на официальном. Вот, и мы сейчас будем искать и идти примерять одежду и покупать. Мы спросили у людей фуршет. Там, где фуршет, там находится баул. Сказали, в подвале сейчас мы идем. Запах уже слышу, что баул пахнет. Мы должны успеть, у нас час времени всего лишь. Я в поисках белого такого объемного свитера, но, к сожалению, здесь вообще ничего подобного не вижу. Кофточек разных полно. Вот очень много Зары здесь, мне кажется, потому что и сегодня почти последний день, из-за того, что это место не слишком лондри, смотрите. Из-за того, что не сильно известное место, мне кажется, из-за этого здесь полно вещей хорошего такого состояния и носибельного. Ну, просто какие-то старые модели есть, нужно выбирать. Допустим, такой гольфик. Базовый, интересный. Есть место для детей, что очень круто. Если с детьми пришли, есть куда их оставить. Это очень хорошо. Футболка на желтое пятно, к сожалению, белая. Ну, базовые вещи можно такие покупать новыми, искать. А вот бодик интересный. Итак, девчонки, я набрала, как видите, здесь пиджаки у меня, здесь у меня пиджаки, здесь у меня теплая кофта. Я сейчас буду все примерять и рассказывать, как это все на мне сидит, и в плане, нравится это или нет, и буду брать или я, или нет. Мне, кстати, это платье так нравится, целый день, мне в нем комфортно, очень круто. Ну что, начинаем примерять. Здесь очень классные юбки, просто состояние идеальное. И если мне какие-то юбки не подойдут, я, скорее всего, их возьму себе в магазин, потому что я знаю, сейчас на них тренд, и я буду вообще по минималке их просто продавать для девочек, которые их ищут. Я знаю, что в инстаграм-магазинах такие юбки по 600 и выше гривен. Так что вот так вот, дружите со мной, найдете много чего интересного. Скоро шафу обновлю. Первая вещь — это вот такой вот пиджак, мне не очень нравится то, что он вот здесь вот в области груди торчит. Да, он не короткий. Здесь, кстати, карманы зашиты, он совершенно новый. Состояние — это хлопок 100%, я уверена, на ощупь. Вот, смотрите, он совершенно новый, еще и пуговица есть. Но, блин, скорее всего, я его брать не буду, потому что эта полоска меня все-таки смущает. Да, как-то он сидит несуразно на мне, поэтому брать не буду. Может взять в свой магазин, потому что он совершенно новый. Я пока что не знаю, буду думать. Но качество просто бомбезное. Но это не мой размер. Очень классный пиджак, но, к сожалению, не мой размер. Даже вот, знаете, когда берут на несколько размеров больше, а он все равно как-то сидит. Этот немножко приталенный, поэтому, ну, не так, как ожидалось на мне, к сожалению. Как видите, совершенно новая Zara Woman. Это пиджак, я так понимаю, просто прошлая коллекция, но это также размер XL. К сожалению, не мой, но я все равно сейчас примерю. Все, как видите, на месте, и стоил он 89 евро. Честно, я не знаю, какой это XL, потому что в рукавах он вообще, этот пиджак, на меня. Единственное, что широкие плечи, они не большие, то есть плечо мое, но оно широкое. Вот. Какой-то XL, без понятия. И на спине хорошо сидит. Блин, не знаю, брать, не брать. Жанне нужно посоветоваться. 250 гривен стоит. Совершенно новый пиджак. Здесь столько новых вещей. Я в шоке. А что вы скажете? Пишите в комментариях. Как вам? Это вообще огромный-огромный на меня. Ну, цвет приятный, хаки. Можно, конечно, подвернуть рукава. Карманы здесь тоже зашиты, ребят, полностью.
Он 150, ой, 120 гривен стоит. Цвет приятный, но видно, что в плечах большой. И не такой, если был хотя бы вот так вот, было бы круто. И кармашек, как видите, он немножко устарелый. Ну вот, закатала рукава. Как вам, кстати? Это как раз та ситуация, когда на вешалке одно, на мне совсем другое, потому что здесь, как видите, такой, знаете, ковер-ковер, плед, вот, не очень, 120 гривен, не знаю, висит несуразно как-то, поэтому тоже брать не буду, скорее всего. Но состояние вещи совершенно новое, очень классно, они даже вообще не пахнут, ну, секонд-хендом я имею в виду. Так как вы знаете, в последнее время я читаю книги, и я хочу вот такую вот теплую, плюшевую кенгурушку взять. И в ней реально очень тепло, уютно, и цвет приятный. Поэтому возьму 100%, цена 85 гривен. Это еще скидка, ребят. Извините за стриптиз. Юбка. Она на меня, мне очень нравится. Вы знаете, да, я говорила в прошлом видео, то, что мне нравится такой пошив, такой крой, но, к сожалению, сама ткань уже такая немножко затасканная, поэтому брать я ее не буду. И она, видите, как-то странно, вот, слишком она открывается, поэтому, вот так вот, видите, слишком открывается, поэтому брать точно не буду. Можно, конечно, пропарить здесь, прогладить хорошенько, но она и не на талии, еще, я так понимаю, она поднимается. Блин, хотя не знаю. Напишите, как вам, вот этот шов мне нравится. Напишите в комментариях, как она вам. А вот это вот очень нравится, поэтому я ее беру. Беру. Классная вообще. Идет, ну, почти, да, вот талия. Почти трапеция немножко. Мне очень комфортно. Она из тех юбок, которые не будут подскакивать. На черные колготки, черные сапоги грубые. Она будет просто замечательна, поэтому беру. Это, к сожалению, маловато, но качество этой ткани... Я влюбилась. 85 гривен, это H&M, и она тоже идет трапеция, на завышенная талия, но, к сожалению, она очень маловата на меня, поэтому брать не буду. Вот так она выглядит, она просто бомбезная. Покрой, вот пошив идеальный, замок идеальный, H&M, узор тоже такой прикольный. Но я ее, скорее всего, я посмотрю, возможно, я возьму свой магазинчик. Это, как видите, тоже трапеция. Пуговицы большие, теплые. Насчет нее подумаю еще. В ней очень комфортно, но она немножко на меня свободная. К сожалению, свободная. И на попе хорошо сидит. Девчонки, у кого бедра больше, чем 100, напишите мне. Вы смотрите, какая классная юбка. Она запахом идет. На запах. Качество – это шерсть. Насколько я понимаю, совершенно новая по состоянию. Ну, просто идеальная. Но, к сожалению, на меня большая. Вот так вот бы выглядела, если была моего размера. Идеальная, просто идеальная. На осень, на зиму идеальная. Она, конечно, дороговатая. Это 12 размер. Next. Состояние вообще супер. И состав сейчас я вам скажу. Здесь 30% шерсть, 49% полиэстер и 14% акрил. Вот. Очень классная. А вот здесь, ребята, коришка влюбилась. Это моя юбка идеальная. Просто коленку закрывает, шерсть теплая. Под грубый ботинок, под черные колготки. Там можно под кеды, куда хотите. Просто она идеальная. Здесь карманы есть. Я беру ее с удовольствием. И здесь еще пояс есть. Если... Но она как раз это мой размер. Я бы не сказала, что она прям великовата. Вообще идеальная. На попе красиво сидит. Боже, я счастлива. Это была идея Жанны, кстати, приехать в этот секонд, поэтому я оставлю ее ссылку под видео. Заходите к ней, подписывайтесь. У нее тоже будет, я думаю, влог с этого секонда. Я так думаю. Ну, у нее еще влоги со мной там есть, поэтому заходите. Блин, ну молодец, что меня сюда привела. Я очень довольна. Моя любовь. Я люблю, когда коленку закрывают. И под каблук хорошо, и под кеды супер. Напишите, как вам. Ребята, как вам такое платье?
Это H&M, 120 гривен. Здесь два разреза по бокам. Мне очень нравится такой фасон. Длина идеальная. Единственное, что, ну вот видны вот эти вот... Сейчас я расслаблюсь. Вот эти вот недочеты фигуры видны очень сильно, понимаете? Швы белья тоже видны. Но если наверх еще что-то, допустим, какой-то объемный свитер, можно взять, даже как-то комбинировать, скажите, под ботинок. Возьму. Возьму, потому что ткань трикотаж очень приятная, такая немножко зернистая, и мне нравятся эти разрезы. Супер. Сюда можно, не знаю, поясок какой-то придумать еще даже. Да нет, наверх можно что-то надеть. Допустим, сейчас покажу как вариант. Ребят, это просто как вариант. У меня есть рубашка в клеточку, можно также сочетать. Я просто кофту брала с собой, тоже очень приятная. Я ее подвязала, и видите, если у вас есть животик, то вы любите такие трикотажные платья, можно носить, просто что-то подвязать на этом месте, и тогда будет все замечательно. Как вам? Ну вот как вариант, платье я 100% возьму. А вот эту вот кофту не знаю. Она что-то великовата на меня. Эта кофточка очень хорошего качества. Здесь такие металлические пуговицы. И это бренд. Мне неизвестно, но видно, что это именно такой, знаете, какой-то именной бренд. Вот, честно, не знакома. Первый раз встречаю, но видно, что это именно качество. И денег своих стоит. Что-то не дешевая вещь, судя по фурнитуре, по состоянию вообще. 77% вискозы. Совершенно новая. Блин, классная, очень классная. Но это XL, к сожалению. Покажу вам блузку. Размер 14, очень большая. Вот там вот у меня, как видите, торчит. Поэтому брать не буду. Ну, прикольно. Мне очень, я очень люблю вот такие вот рукава. Очень люблю такие рукава. Ну, такое все воздушное, зефирное. Но не буду брать. Как видите, тоже практически, не практически, а новые вещи, видимо, просто, не знаю, нулевые вещи свозят, которые не продались, я не знаю почему, хотя кофточка хорошая, может размер, мало кому такой подходит. Ну, 14 чего, европейский, а 42-й. Ребята, мы выходим, вон Джана говорит, час прошел, как одна минута, набрали целую кучу, у меня получилось на 250 гривен. Какая довольная. Слушайте, я такой бомбер отрыла еще. Жанна взяла его себе. Он у нее большой. Все, едем домой.